Катюся сосед? Да. Саша Феоктистов готов часами возиться со своей 4-месячной сестренкой. Мальчик очень ждал появления еще одного малыша в семье. Моя любимая Лизка хорошо играется. Я с ней люблю ее. Каждый день играю с ней. Мама работает, кушать варит, убивается. Саше надо все успеть. И детворой понянчиться, и маме по хозяйству помочь. Ведь он в многодетной семье главный помощник. Само собой, отзывчивый мальчик не мог остаться в стороне, когда в станице произошла беда. 17 августа Саша, как обычно, играл на улице со своими сестренками, как вдруг увидел клубы густого дыма из окон дома напротив. Я увидел костер. Я оглох, заряжался. Алена была в сарае. Я Алену позвал. Алена, у тебя дом горит. Она побежала. Ударила молния, дом загорелся. Жилище было саманное, поэтому пламя распространялось очень быстро. В это время хозяйка дома, Алена Берник, управлялась по хозяйству, а ее полуторагодовалый сын спокойно спал в одной из комнат. Мы пришли от родителей без 24. Пускался дождь, мы сняли стирку, я положила стирку в дом, вышла на кухню приготовить кушать. Ну, ударил гром, молния была сильная. Я зашла в дом посмотреть, не испугался ли малыш. Малыш спал. Отложила в сторону приготовления еды и ушла, хрюшки управиться надо было. И потом буквально я только вышла, и минут через 5 зовет меня соседский мальчик, а он уже дома горит. В это время коридор с деревянной мебелью был полностью охвачен пламенем. Проникнуть в дом было невозможно. Алена попыталась самостоятельно выбить оконную раму. Ничего не получалось. На счастье испуганной женщины мимо проезжали знакомые Алены, трое друзей – Дмитрий, Сергей и Николай. Мы ехали на машине с той стороны. Едем, смотрим, уже крыша горит. Остановились. Вот Николай выскочил, побежал до крана тушить огонь. Мы с Сергеем подошли сюда. И Алена подбегает, говорит, в доме ребенок. Я выбил ногой окно, залез, подал ребенка Сергею. Пытался тушить, побежал до крана, а вода слабо бежала. И начала крыша стрелять, я вот убежал, говорю, все, Серега меня отозвал, мы отошли отсюда, от дома. Пока Николай пытался потушить пожар, Дмитрий и Сергей бросились в огонь, спасать ребенка. Я разбил окно, Димон подбегает, ногой выбивает, залазит туда, смотрю, где он там ничего не видно. В тот момент парни не думали о том, что рисковали собственными жизнями, ведь баллон с газом, который стоял на кухне, мог взорваться в любую секунду. Я думал о ребенке. Как бы страха нет. Ну, потом, конечно, когда отошел уже от этого, немножко было. По словам Алены Берник, почему-то именно в этот день она решила уложить ребенка в дальней комнате. А ведь до детской спальни, где обычно отдыхал Артем, огонь добрался очень быстро. Когда пацаны выбили окно, дом уже было полно этого дыма. Если бы побеждали пожарных, ребенок бы, наверное, задохнулся. Когда я это вспоминаю, у меня слезы, шок так и остался, конечно. Переживаю за своего ребеночка, потому что самый дорогой, что у меня есть в жизни. Все. Ну, еще я хочу сказать большое спасибо парням, которые помогли. Спасибо им огромное. Я не знаю, что бы я без них делала. Спасибо нашей администрации. Главе нашей администрации, они все помогли, все так отнеслись к нашему горю. Всем людям, которые помогли, спасибо им огромное. Сегодня жизни Артема ничего не угрожает. Он весело резвится во дворе, с любопытством встречает маминых гостей. И вряд ли осознает, что именно эти люди подарили ему второе рождение. Да и кто знает, что могло бы произойти, если бы каждый из героев этой истории, а иначе чем героями их не назовешь, поступил бы в этой ситуации по-другому. Алена Теплова, Евгений Белявский, Александра Тимовская. Программа «События».